Смертник подорвал себя во время предвыборного митинга в Джалалабаде в Афганистане. По официальным данным, 13 человек погибли, 30 пострадали. Власти признают, цифры неокончательные, и число жертв может вырасти. Во время атаки на демонстрации собрались порядка 250 человек. Очевидцы рассказывают, что погибли по меньшей мере 30 из них. 20 октября Исламскую республику ждут парламентские выборы. Предвыборные кампании начались в минувшую пятницу, и правительство страны предупредило, что стоит ждать атак экстремистов. Многие из жителей Афганистана воспринимают грядущие парламентские выборы как проверку перед президентской гонкой в следующем году. Сможет ли правительство обеспечить должную безопасность?